Эйпс, парень, не хочешь немного даки? А может быть тебе до чопу? Что? Ты еще и в горку и морку не веришь? Ну-ка, пойзы, покажите этому неверному, как у нас тут у орков заведено. Всем привет, народ, у микрофона мистер Чизер, вы смотрите мой летсплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим демо-версию довольно орочей и крутой игры во вселенной Warhammer 40 тысяч под названием, собственно, Warhammer 40 тысяч, шута с Blood and Thief. Давайте глянем, я хотел в нее давным-давно еще поиграть, но она мне почему-то отказывалась нормально работать, когда была первая демо-версия. И, кстати, в этой демо-версии уже добавили и игру по сети, и игра выходит осенью этого года. И, блин, я рад, что такие игры вообще появляются. Кстати, разработчики этой игры — это небезызвестные ребята, которые создали Guns, Gore & Cannoli, первую и вторую части. А еще они до этого вроде Шенка делали, но я точно не уверен. Итак, это простой режим для гречидов или юдишек. Ибо воистину так повелевает горка или борка. Для реальных воевод. Давайте на обычной сложности поиграем. О, да. Ну что, сморки, наконец-таки и на нашей улице заиграет тяжелая музыка. Так, мы можем играть в кооперативе, у нас тут есть выгрузки. Есть разные даже классы. Так, у нас тут есть кто там? Панторез. Чудило. Мы можем бегать... Только с болт-пистолетом, да? Ну ладно, дальше, думаю, будут открываться новые пушки. Так, можно еще играть в кооперативе, как видите. Ну, я пока в одиночку, думаю, заценю. Так, у нас есть Bad Moons, Гофы, Мертвые Головы, Злое Солнце. Ну и, кстати, да, обрати внимание, у них даже экипировка меняется, прикольно. Давайте за плохие солнышки поиграем. Или луны, извините. Ну что, поехали, бойзы. Напинаем этим юдишкам. У Гудреки Вах самый лучший зеленый из лучей. Во всей галактике. Точно говорю. А ведет его самый понтовый понторез из всех. Огрук Гутрека. Он наш босс. Он круче всех. Жестче всех. Так, чтобы пришли крутить юдишек. Пока они не сбежали. Во! Юдишки это место зовут Лютеус. Дебильное имя. Дебильные юдишки. Юдишки туда давно горючку из земли ковыряют. Качают ее оттуда, потом заливают свои повозки, чтоб они в рум делали. А нам горючка сами им нужна, чтобы наши повозки в рум делали. Империум нормально дерется. Ну ва! Гутреки посильнее будет. Так что мы поработим Лютеус. Потому что мы самый большой из Лютева. Жри мелких юдишек! Шо так, дружище, Гаргас, веселишься? Еще как, босс, во-о-о! Волосяной сквик у тебя понтовый, а, Гаргас? Как раз для моей башки хорош. Ты что? Ты что делаешь? Тут я, босс, так что все понтовые штуки мне, а не тебе. Это будет мое. Ах ты, ворюга! Получается, мы сейчас будем боссу мстить, типа, да? Опа. Так, вот он я. Нажмите Е, чтобы жить. Это я. Нажмите А, чтобы двигаться. Ага. Пробел прыгать, наверное. Ну, короче, ган, как Guns, Gore & Cannoli. О, имперцы, ля, какие тучные, охуя. Так, пробел прыгать. Ха! Двойной прыжочки даже есть, круто. Так, можно краса. Так, ага, можно и бить. Врум-врум. Да, за императора, умрите, суки. О, привет, Сквиги. А, это хилищий. Опа. Слушай, тут даже расчленка есть. Класс. Да, Г и отпустите. А ну-ка. Гречины, ловите, парни. Хорош.
Да будет большой ва! Так, куда нам? А, вниз, извините. Я слишком тупой, зато я сильный. Так. Илочки. Тупые юдишки. Думают, что можно меня убить в ближнем бою. А я буду бить в дальнем. Режу его пойзы. Правильно, ты на моей стороне вообще? Вроде да. О, нет. Что за фигня? Я самый большой зеленый здесь босс. Опа, хилочка. Короче, все против меня. Меня, короче, кинули свои же, да. О, какая хорошая стреляла. О! Я сильный. И стрелючий. Откисайте, имперцы. Так, хорошо. Моя пушка большая и зеленая. А вы слабаки. Да что значит я жить? Я и так живой. О, хилочка. Это нам пригодится. Так. О, на Q мы можем зарядить ульту, типа. Жестко, не знал. Эти тупые юдишки на меня с ножами лезут. Они совсем с ума сошли. Комната для уединения. Это имперский сортир, что ли? Так, хилочка. Странно, что я и со своими дерусь. Мы вроде как с Моркой должны быть вместе. Но получается, мы теперь каждый сам за себя. Ох, не повезло вам, ребятишки. Самый большой зеленый сморк вам идет. Еще и гречинов на меня кидают. Совсем отчаянные. Слушай, они там резаются или что, я не понял. Я, короче, пошел, да, чем? А, я понял. Слишком хотите меня... Слишком хотите кусочек этого орка. Его придется заслужить. О! Тупые игишки. У них, короче, тут драчка. А, не, убейте их всех. Тут прям зона, где говорят, убей всех. Хорошо. Хилочка выходит. Это отлично. Моя чё побольше. И зеленее. Так, хорошо. А хилочки больше не будут выходить, да? Ну и без них спр... А, вот и они. Проклятые юдишки. Ого. Это зажигательно типа, да? Да, это зажигалки. Но мы их можем брать. Ух, ё. Ай, больно. Вы что делаете, тупые человеки? На тем. Горячую штуку. Классная горячая штука. Так они бесконечно выходят, мне кажется. О, по КД. Просто идут на свою смерть. Идиоты. Так. Нам дальше. Мег-шоп там. О, ну-ка, давай, давай. Чё там у мека? Я готов затариться. Следующий уровень, клинап. Очисточка. Так, новая пушка. О, дробовичок, это мощно. Вот это я называю хорошая пуляла. Давай, резать их. На шашлык вас пущу, мелкие зеленые. Странно, конечно, что мы со своими деремся. Было бы классно, если бы здесь заварухи были между именно сморками или человеками. Чтобы как-то, знаете, тут стенка на стенку воевали. А ну иди сюда. Мелочь зеленая. Музяка пахает, все как надо. Гречины как... Им подобает, просто тупо сливаются. О!
еще и позицию они тактическую тут занимают, офигеть. Тут вообще как рок-концерт какой-то происходит, да, я вижу? Ай! Тупые сморчики. Вам меня не победить, я самый умный зеленый. Только меня горкой моркой благословляет. Давай, резать их, резать, резать. О! Все, это все, на что вы способны, слабаки. Вы мне не ровня. Хорошо. А ну иди сюда, ты скотина. Хреново только то, что они тут бесконечно вылазят. Это прям реально немного напрягает. Было бы классно, если бы они здесь, ну знаете, какая-то конечная были, что ли. О, патроны. В виде взрывчаточки. Ай, горю, 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 горячо. Ну и? Чё она не проходит? А, там с другой стороны надо пройти. Я тупой, извините. Совсем забыл вам напомнить, я же зеленый сморк. А, ну или так. Тоже как вариант. Но они, кстати, вроде все-таки заканчиваются. Не сильно, но заканчивается. Так, следующее. Капец вас тут, ребята! Вечеринка! Натял зажигательную, развлекайтесь. Они просто, блин, бесконечные. Ломятся и ломятся. Давай, подходите ко мне, мелочь пузатая. Ну или они заканчиваются, просто я особо не замечаю этот процесс. Как по мне, они просто бесконечно ломятся, но, видимо, они кончаются с течением времени. Так. Тупые орки. Только мне можно быть здесь тупым. Я думал, можно скидывать эти штуки. На самом деле нет. Так. Блин, мне нравится, что здесь уровень кровищи и расчленки просто запредельный. Класс. Ой, сейчас взорвется все. Парни, вы что творите? Я же когда начал, не мог подвисать. Кошмар, что происходит? Безумие. Так. Липкие бомбочки. А я в нычке. А все, хрен вы сюда зайдете. Не, бы полечиться, правда, было бы еще очень неплохо. У меня, кстати, какие-то подствольные бомбы есть или что-то типа того. Так, вниз, да? Хорошо. А ну-ка. О, я могу выбирать оружие. А я не знал. Оказывается, можно. Ну, в ближнем бою, конечно же, дробовик лучше. Капец у вас тут, парни, чё ж вас так много? А ну иди сюда, ты. Маленький зеленый сморчик. Так, ну, в принципе, можно и стреляло, и пуляло взять, и все что угодно. А куда вообще лезет? Чем мы вообще тут забыли? Я, по идее, должен пойти отомстить боссу. Если я правильно помню. Но фигу, я сюда иду. Ладно, это не важно. Мне не должно быть причин куда-то идти. Я должен просто идти вперед. Это концерт. Ну что, битва с боссом? Ну, не совсем. Но концерт будет знатный. Так, хилимся, живем. Ай, горим. Начал сюда еще липкую бомбочку. У меня они есть.
Ах вы твари! Хилиться надо, срочно хилиться! Сморчику умирать нельзя ни в коем случае. Он еще хилки. Ай, короче, тут выпадает. Ой, стой, хилка, иди сюда. Скрик, тебя раздери, где моя хилка? Хорошо, босс ноб. Ну, поехали, подеремся. Ой, ну если, мне кажется, он ударит, будет очень неприятно, да? Ну и стрелять тоже неприятно. Ух ты, ё. А где мои хилки вообще? Ааа, нет. Блин, тут такой хаос и безумие на экране происходит, я просто не успеваю среагировать. Но игра нереально веселая. Просто даже не замечаю, как вообще что-то происходит на экране. Так. Ну-ка, раунд 2. Поехали. Да, короче, следить за килками, где они там падают вообще. Ё-моё. Килка, иди сюда. Конечно, точность еще оставляет желать лучшего, как у истинных сморков. Да иди сюда, козел. Точность это не про нас. Тихо. Ты тут мелочь меня бьет, не очень приятно. Так, ну поехали. Ага, пока. Гори, скотина. Держимся на дистанции. Сейвовая тактика. Стреляй. Капец, он опасный. Ну это же ноб, конечно, он опасный. Охренеть. Дружище, давай подружимся. Как насчет работать в команде? Видимо, ему не понравилось. Зато теперь твое стреляло мое. Слушайте сюда, я вашего воеводу честно побил. Теперь вы мои парни. Там есть еще один прощелыга, Гутрека его зовут. И он кое-что у меня стыбзил. Хотите за рубы и помочь мне вернуть мое? Надо только с этой изогнутой планетки выбраться. И вломиться на Гутрекин корабль. Нам туда. Куда юдишки улетели? Что скажете, парни? Зарубимся к юдишкам в норы. Ай да ты дышить! Все тут капусту порубаем. Иди сюда, слабак. Вот так-то, ребята! Отчиняй ворота! Дака-дака-дака! Ну что, мы теперь типа свой клан сколотили? А теперь мы самые зеленые орки на этой планете. А кто я будет не согласен, того в утиль. А, это все было, да? Это конец демо версии? Да ёбай, ребята, вы чё? Ну а еще один уровень, вы чё? Да я все понимаю, ну блин, это все? Ну ё-моё, парни, я думал, тут будет намного больше. Ну ё-моё, то есть у нас получается два класса только, да? Панторез и Чудило. А Чудило же может какой-то магии херачить. Оружие, жалко, не открыто. Ну ё-моё. Я-то думал, там демка-то полчасика хотя бы, а тут, по сути, один уровень и все. Эх! Ну ладно, ребят, спасибо, что смотрели этот видос. Надеюсь, вам также нравится эта игра, как и мне. Когда выйдет, обязательно в нее постримим на нашем Twitch-канале. Кстати, подписывайтесь на Twitch, ссылка есть в описании. Также в Дискордик можете заходить, где можно со мной пообщаться. Ну и про группу ВК не забывайте. Ну, а если вы на канале впервые, то подписывайтесь во имя Горки и Морки. Оставляйте ваши колокольчики, ну и про лайки не забывайте. Иначе наша банда придет к вам и запантарезится у вас дома.
Так что, на этом все. У микрофона был самый зеленый варбос мистер Чейзер. Всем удачи, всем пока. Еще увидимся на нашем Орочем канале.